Всем привет! И сегодня мы с подписчиками будем строить за 10 минут транспорт в Buildabot Roblox. Сегодня, как и в предыдущих сериях, мы будем определять тему нашей постройки при помощи вот этого колеса. И мы уже решили, кто будет строить первым. И это будет пират. Yeah. Все занимаем свои оценочные места. Вот мое место с красной кнопкой. И прямо сейчас я буду крутить колесо, чтобы определить твою тему, пират. Так, я кручу колесо, и Тебе выпадает... О, каток. Тебе нужно за 10 минут построить каток. Время пошло. Прямо сейчас. Оно уже началось. 57, 56, 55. Давай смотреть, что у тебя за каток получился, и оценивать его. Покажи, что умеет твой крутяцкий каток. Ну, самое главное, чтобы твой каток умел ехать. То, собственно, он умеет. Бедный лис. Ой. Ты что сделал? Бедный гусь. Из гуся сделали асфальт. И из лиса, кажись, тоже скоро будет асфальт. Но он у тебя прикольный. Дай-ка я посмотрю, как он управляется. Вот он умеет ехать. Вот, он поворачивает на месте. Поворачивать в другую сторону, а если я нажму сразу на две кнопки, он тоже будет поворачивать. Ну, у пирата лучше получается этим управлять, и давайте сейчас оценим постройку пирата. Я поставлю этой постройке 10 из 10, потому что она реально крутая. Что у нас поставит гусь? Давай. Я ставлю ему твердую шестерочку. Так, ватрушка 7 из 10, вот отсюда выкрикивает 7 из 10, а Тейлз что у нас хочет поставить? Я ставлю ему оценку 9 из 10. И Йоз ставит ему тоже 9 из 10. Вот такие оценочки мы поставили пирату. Пираты довольными? Вроде. Ну тогда давайте приступать ко второму раунду, в котором у нас хочет построить постройку ватрушка. Ватрушка, да, это ты будешь сейчас. Прямо сейчас я кручу колесо фортуны, и тебе выпадает построить машину. Ватрушка, давай, начинай строить машину, время пошло. Ватрушка, давай, беги, скорее строй машину. Прошло уже полминуты, и ватрушка поставил только два колеса. Вот и прошли эти 10 минут, и ватрушка построил вот такую машину. Давайте сейчас ее посмотрим и потом оценим. Ой, не понял. Это что такое? Почему на меня колеса напали? Ну тут я вижу, есть красивый декор. О, вот здесь у нас такие рамы красивые, выход, даже стекло есть. Я сажусь в эту машину, и вот так она умеет ехать. Прикольно, немножечко дрифтит. Вы сейчас будете оценивать эту машину. Давайте, вставайте там, а то я вас задолблю сейчас. Вот машина ватрушки, она умеет вот так ехать. Почему-то только передними колесами, задними вообще не управляется. Есть антенка, стекло красивое и неплохой такой декор. Давайте оценим эту машинку от 1 до 10. Первые буду оценивать я. Я дам этой машинке 7 из 10, потому что она красивая, но плохо едет. Гусь, что ты дашь этой машине? Я дам этой машинке, ну, гусей так 7. Хотя нет, 6 тоже. Гусь поставил 6 гусей из 10. А что поставит пират этой машинке? 4, наверное, или 5, наверное. Так что ты поставишь? 5. А Тейлз что у нас хочет поставить? Я поставил этой машине 7 из 10. 6 очков поставил Йос. Давайте перейдем к третьему раунду, в которой постройку у нас будет строить Тейлз. Давай, выходи на арену, и сейчас я буду крутить колесо. Тебе нужно построить мотоцикл. Ого. Перед тем, как начнется ускоренная съемка, я хочу тебя спросить, Тейлз, ты когда-нибудь строил мотоцикл? Нет, но я умею. А, нет, ну ты умеешь. Ладно, давай строй. И Тейлз закончил строить свой мотоцикл. Вот такой мотоцикл у него получился. Давайте посмотрим и оценим его.
Может, он тот сам расскажет о мотоцикле? Что я все время? Тейлз говорит, что здесь совсем мало декора на его мотоцикле, и все. Давай-ка я попробую покататься на нем. Он умеет вот так быстро ехать, как и должен мотоцикл. Правда, у него не крутятся колеса, но за 10 минут, в принципе, очень даже хорошо. Типа вот он едет, едет, едет и едет. Ой. Я каток врезался, он отлетел. Прикольный мотоцикл, он может сбить даже целый каток. Пират, лови меня. Ой. Сейчас залез на каток. Мощный мотоцикл, он очень этот такой спортивный, крутой вообще, мощный. Я оценю этот мотоцикл на 10 из 10, потому что он просто очень классный, хоть и не детализированный. Гусь, что ты поставишь? 4. Гусь поставил 4 из 10, а Ватрушка 9 из 10 и сказал, что он очень крутой и мощный. Пират, ты что поставишь? Ну, это однозначно гнущая машинка, но хотя убивал плейкотов, поэтому я поменьше поставлю. Наверное, 6. А Йоосу на сколько поставит? Тоже 6. Тейлс, тебе понравились твои оценки? Да, норм, пишет. Так, ну и давайте переходить к четвертому раунду. Йоос у нас будет сейчас строить постройку на ту тему, которую сейчас определит это колесо. И Йоос, тебе выпал построить трактор. У тебя 10 минут на то, чтобы построить трактор. Десять минут прошло, и Йоос закончил строить свой трактор, и он выглядит вот так. Вроде бы красиво. Давай, показывай нам, как работает твой трактор, Йоос. Ты что, до сих пор его делаешь, что ли, пока мы тут стоим и ждем, пока ты нам его покажешь? Самое главное, что это синий трактор, поэтому сразу можно поставить 10 из 10. Голубой трактор, это не синий трактор. Это синий трактор. Только почему-то у него переднее колесо больше заднего. Это странно. Синий трактор едет к нам, пишет Йоос. А, все, он уже не к нам поехал. Сюда синий трактор скорее. Ой, все, он перевернулся. Заново загрузи. А, понятно. Короче, трактор не остался, но он был, мы его видели, поэтому давайте оценим его так. Я поставлю этому трактору 9 из 10, потому что он красивый, детализированный, ну, короче, очень крутой. Что ты, пират, поставишь? Он построен кардинально неправильно, ну, не знаю, пятерка. Пират поставил 4. Пятерку. Ватрушка, что поставишь? 5 из 10. Тейлз, что поставит? 5 из 10. 5? Как тебе твои оценки, Йоос? Сейчас такой 5 устроил. Я думаю, это достойно. Просто на планшете строил, мне как-то страшно было. Ну, понятно. Я тоже знаю. Там на телефонах вообще ужас. Это все постройки, которые у нас получились сегодня. Каток пирата. Мотоцикл Тейлза. Машина Ватрушки. И трактор Йоосу. По итогу победил пират. А кто победил, пусть подписчики напишут в комментариях. Потому что точно не пират. Хотя, может, и пират. На этом это видео будет заканчиваться. Ставим лайки и подписываемся на канал. А вот предыдущие два выпуска этой рубрики. Ну, а с вами был Угейс, Ватрушка, Йоос, Тейлз, Пират. Всем пока. Ну и Гусь тоже. Всем пока.